Интернет-портал госуслуг Ленинградской области открыл доступ к ресурсу Федеральной налоговой службы. Теперь из своего личного кабинета на региональной странице можно проверить налоговую задолженность и узнать ИНН. Ленинградская область одна из первых начала внедрять технологии, которые обеспечивают доступ пользователей портала к другим ресурсам. Раньше запрос по задолженности приходилось отправлять через сайт налоговой службы или портал госуслуг.